Надеюсь, сегодня получше как-то будет. Да надо не спешить, часто приезжаю где-нибудь, спешу, кому-то пытаюсь подсветить, кому-то что-то пытаюсь помочь. А потом меня в итоге убивают, а я такой стою и думаю, какой я, блядь, дебил, зачем я помогал этим помоечным? Да нет, это хуйня полная. Я недавно тоже на Прохоровке. Я ж на Т-49 играю. Смотрю, рядом со мной челик в кусты встал. Я думаю, сейчас я на Т-49, короче, пролечу, высвечу их ЛТ. Их ЛТ пизданут. А мой ЛТ поедет на свете. Тут просто захотелось доброй душой побыть, понял? Да, Минус да, пять ЛТ, да. нахуй. В итоге, ну, чел также стоит на Прохоровке в кустике у нас на ЛТ. Я еду вперед. Убивают двух ЛТ. Пиздят меня. Сразу же. Я думаю, ну все, сейчас челик союзный на свете, ебать. А я посижу, пока кофе пью, типа посмотрю, на какой я молодец, типа союзнику помог, типа понял. Я поворачиваю назад, ебало, он тоже уже слитый. Я такой, блядь, как нахуй, да ты что, Да. сука, ты только что ста... Как, бля, я понял, что пошел ты нахуй, да, блядь, и, типа с этими, блядь, Помню случай, добродетельными ебать, сынки. надо, блядь, играть Баба в меня связку, провожала. блядь, А, в эти. бой! Поехали! Да, это жестко, нафиг. Это реально жестко. Это прикол какой-то, если честно, в этом плане. В плане союзников. Я поэтому подрубил сначала изначально ВН-8. Думаю, буду смотреть, кому я помогаю, кому я что буду делать. И потом его вырубил сразу же. Реально, потому Да что он не просто, ну, помогает, блядь, просто да, расстраиваюсь я только, блядь, ты видишь, что изначально. там, например, днище, а оно хуяк, оно бывает, оно приедет, что-то поможет, оно хотя бы ХП разгоняет, такое тоже бывает. И ты Ну такой да. думаешь, и хули этот Оленимер, или наоборот, ты видишь там нормальный игрок какой-нибудь, да? Ну, Здорово, типа, здорово, и Игорь. чё, он взял и слился, блядь, его просто артой, блядь, закидали. Ну, типа, да пизды этот Оленимер вообще, я без него играю. Да, я его Нахуй. поэтому вырубил. Потому что там столько рандома, что хороший игрок отыграет хуёво, хуёвый игрок отыграет нормально, блядь, где-то выстрел какой-то даст. Ну, типа, Да. там вообще не роляет никак вот эта, блядь, стата именно. В общем, да, роляет, но на твой бой, блядь, да хуй нам пороляет. Я Манать. сколько раз, блядь, с нулем могу сделать. Да, просто так, Скорпион, блядь, уже с нулем, блядь, начало катки, он уже, у него ХП, блядь, нету, 182 ХП осталось. Да пусть этот скорпион моего муравья на мониторе съест, нахуй. Он заебал бегать у меня. Там вокруг вебки, понял, бегает. Сейчас стримить, походу, будет. На вебку прям залезть, ебать. Его Тебя на пиздец. мышку залезет, будет нажимать. Да, пошел вот нахуй. Эй, Да ты сынки! гля. Гляньте, что там с гуслей! А кто у них светит так? Подожди. Я что-то не могу понять. Кто у них так хорошо светит там? Попали в гусеницу! Послушайте меня! Не пробиваешь ты, пробивают тебя! На немецком Внимательнее! вам Ну скажу! не Шкода же Аллея это. Центристская, щелкаю! Че говоришь? Бачат, бачат, Париж, все дела. Да, блядь. У них кто-то хорошо очень светит, что я даже не понял, кто. Блядь, и светляков нету. То есть ни с нашей, ни с их стороны нет. Шкода Т50, но это же говнина, она не светит ни хрена. О, а, все. Я потерял счетчик ВН8, думаю, где он, а я же его вниз переместил, чтобы на шорте было видно. Скачиваю паркур. Что за паркур? Бля, я на фоне тебя включил, тебе работать не могу. Сижу, втыкаю, как ты играешь, понял? Ну Бля. ща, посмотришь. Вон, а Чарфатур светил. Бля, Чарфатур вообще танк такой просто непредсказуемый. Может рикошет словить, может еще что-то словить. Короче, жесткий танк на самом деле. Ты не играл на Это нем? я еще Играл. так Он разминаюсь. приятный, пиздец. Да, он кайфовый. Я его выбирать Грязная буду. души. Ну-ка, я сейчас пройду эту фигню. Не понимаю. Как вы в гусеницу-то попали? Гринпис нас сожрет! Скажи Пусть мне, мы видели его! очки соберу и пройду его. Ой, заберу его. О, он промазал по мне. Забери его, ну. Манат Чарфатур наш не забрал его. Сейчас откадешусь, поеду забирать эту обезьяну, блядь. Которая на Шкоде вон. А, еще и вон, G-SOR, блядь. Помойка.
Кстати, я так и не понял, что вообще это светофорик, значит, я вообще без понятия. Светофор это? Отлично, у меня стоит, у тебя тот вагон, то а, короче, желтый загорается тогда, когда есть кто-то в простреле. Ну или я в простреле. Короче, такая вот тема вспомогательная. Ну, очень полезная, как бы, в принципе. Я ориентируюсь по нему хорошо, так стараюсь. Этих как-то помощных надо туда достать. Что он там вот, блядь? Я пару дней назад рофлил, скачал модпак Юши. А, и так... поставил все галочки. И? Я когда зашел в бой, у меня без шуток. Вот я не выебываюсь и не шучу. У меня глаза вытекли нахуй, я их забирал по комнате. Ну, блядь, да. Там ночное небо, понял? Сам. А, да, я его ставил, я его сразу вырубил, блядь, потом. Да, да, там какие-то, ну, контрастности, вообще все меняется. Вот эти вот светофоры, какие-то стрелочки. Короче, я смотрю, я думаю, я не знаю, меня звездным мечом переебали, что звездочки вокруг. Ну. Я, короче, сижу, понял, вообще не втыкаю, что к чему. Звездный войн скачал. Я так часа два сидел, я пытался играть. Ну, хоть в гостиницу пробили! Ух, пробили! Мне кажется, они там второго подбили! Нагибатор! Ты меня называла! Нагибатор! Я единственное, что это озвучку ставлю, в принципе, и я привык вот этому вот прицелу, но хочу вместо точки сейчас поставить там, ну, треугольничек, типа удобный, по идее, должен быть. А, чё я ставлю еще? Дамаг, чтобы знать, сколько накидал ВН-8, сколько, ну, соответственно, чтобы стараться отыгрывать на отличную отметку. Да и все, в принципе. Ничего такого не закачиваю, не закачиваю лишнего. Блять, вот это вот сейчас петушара будет там прятаться, сидеть в кустах. Надо бы вообще его в идеале грохнуть бы. Через кустики, блять. Ага, сейчас он меня грохнет. Нет, сосо сделал. Ну, три ш... сколько? 3500 только кинул. Блять, ну я не знаю, хотел поставить просветленку, но не знаю, что-то как бы стоит ли оно того. Ну ты можешь поставить этот, понял? Ну на вторую полевую. Там же у тебя две грудки можно ставить. Да, да, точно. Ну, типа, пусть это всегда остается на стрельбу, но вдруг какая-то, не знаю, маляновка, там еще что-нибудь, на гору поехать и по подкатке пока будет ехать, там пострелять. Еще, ну, много моментов, таких-то перекатки, не знаю. Сколько на нем вообще КД барабана изначально? Ну, 33, но сейчас 3, да-да-да. Сейчас я из-за полевой модернизации пожертвовал КД на скорость сведения и тому подобное. Стало 34,7. Вот так вот. Ты уже долго, по-моему, на бате стримишь, нет? Наверное, ну, неделю. Да, точно. Неделю, да, да. А что-то как-то, слушай, просто думаю, блин, поиграю на нем. Я вообще отметку, знаешь, со скольки процентов? Наверное, с процентов... Вот как за неделю я начал играть, неделю, где-то полторы максимум. Стартанул я с 73, наверное, процентов, где-то плюс-минус. Так где-то. Тебе хоть саму заходит этот аппарат? Бачат, да. Тут, да нет, мне нравится. Серебра ты только чисто, нету, блядь. Ты чисто по старой памяти на нем. Да, да, да. Да не, я кайфую от бачата. Типа, как бы все его хейтят, там, говно, блядь, там, тому подобное. Не знаю, мне нравится. Ну, он по факту говно. Ну, просто... Ну, если... ты не играл на каком-нибудь концепте пятом просто, понял? Или там, ну, на, блядь, не знаю, да. На леопарде. Просто ты, когда видишь нормальные орудия, ты садишься на бачата и такой...
Блять, а зачем мне на десятку поставили танк 7-го уровня? Я что-то не понял. Вот у тебя какие мысли. Ну да, ну концепт слишком как будто бы переапнутый, блядь. Стреляет. Ну, он жестко. Он прям жестко, да. Он стреляет. Вообще у него стабилизация как будто бы лучше, чем на этом, блядь. На вафлинтрагере, отвечаю, в плане сведения. Так лучше, конечно. Я в ахере просто, блядь. Ездит быстро, маскировка четкая. Стреляет четко, блядь. Что это за танк? Мне кажется, его понерфят. Ну, там то еще есть... и броня в коре, это ж колеса, там типа... Ну да, 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 да. Больше, чем Мауса, по факту, блядь. Мне кажется, его понерфят всё-таки. Не самый большой, но и не самый маленький! Гуслю повредили ему! В ходовую попали! Вот так! На немецком вам скажу, Армитангзерцтёрт! Ты нормально подловил его. Ну. Чисто челик стопнулся. О, блядь, гусь. Ты еще на писе мутной каплей висел, а я уже воевал. Ага. И в рот тебе хлопенье, получи, гад! Получи, вражина! Молодцы! Ну, вроде бы с треугольничком удобно играть, вот я смотрю, но, блядь, его бы цвет поменять, А-образный. О-образный нет. О! Вот это, наверное, мое будет, да. Супер. Класс вообще, блядь, прицел поставил. Вот теперь можно играть. О, петухи засветились. Еще и перевернулся, блядь, фэцик. Удобно, что снайперский типа А-образный, а аркадный точка. Ну, там точку эту убрать просто надо. И сейчас только понял, как убрать. Спустя 350 тысяч боев. Ого, ого, нифига ты. Черт, блядь. Заехать хотел мне туда. Гнида. Ух, хорош, как нож сквозь масло. Пробили! Мне кажется, они там плачут! Здорово, я отбили! Как орех ты щелкаю! Сейчас видишь еще и такие и карты, и позиции, что ты не можешь на бачате, как раньше, помнишь, да, высадить, да, кого-то, да, одного, да, и дать ему барабан. Согласен. Тут у всех уже такие бугорки, дома, типа... Сложнее играть стало на бате, и это очень чувствуется, блядь, намного. Блять, просто неистово. Не то, что раньше. Вот 86-23 отметка уже. 1-23 просто за два боя поднял. 4-800 накидал. И суммарка 5-900. Кстати, ты игру скачал или потом? Да, чуть позже скачаю, потому что я сегодня весь день работал. Вечером пришел, пошел, позанимался на стадике. Туда-сюда и... 15-1. Так вот. Нормально. Да, ВН-8 4700 горит. Было бы вот так, вообще бы была бы песня просто. Но чё-то так не хочет она играться.
с этой карты я вчера ливнул. Всем спасибо, ебать. Да. Злой мужик на меня посмотрел, пригрозил пальцем, но я его послал. Да. Я вчера также хотел, но у меня руки не опускались из-за того, что просто я посмотрел, что у меня Вейн 8 упал. Я такой думаю, да, блядь, идите в очко. И буквально за пару боев хороших я отыграл. И более-менее дошкарябал Вейн 8 вчера. Короче, поганый какой-то день был. Максимально поганый. Блин, на самом деле, я тебе скажу, ну, я не знаю, зачем лично тебе Вейн 8. Плюс еще к тому, что на него вообще никто не смотрит, это вообще бесполезная характеристика, на самом деле. Типа, сейчас нету ни хайпа, ни нужды на Вейн 8. То есть раньше для чего был Вейн 8? Пущай, скучай, мучается, а мы пока перезарядимся. XVM. Ты, это я еще так разминаюсь. И они прям дрочили на стату. О, быть фиолетовым там и прочим. Сейчас это вообще никому не надо. Либо на клан. Если ты хочешь идти в клан, для этого ты поднимал раньше Вейн 8. Потом ну да. Либо Вейн 8. Сейчас никто не смотрит на... Сейчас даже если ты в какой-то клан пойдешь... Первый трещины, что ты? Пробег! О, отличная... Я просто не пойму, зачем это, для чего ты потеешь Вейн 8. Вот уроды! Нам в гуслю зарядили! Да не знаю, просто чтоб не зелененьким быть. Наверное, только по этой причине, по сути-то. И все. Ты и так не будешь. Если ты будешь потеть в отметку, все, что надо сейчас в игре, например. Это отметки. Для какого-то интереса, это потеть в отметку. Если ты будешь потеть в отметку, ты. Ну, ты будешь поднимать. Ну, в принципе, да, логично, да. Да, согласен тут. Потому что там по-любому там надо накидывать дамаг плюс свет. Ну, блин, дамаг и свет, оно как бы не это, не сочетается для Вейн 8. Не выходит все-таки. Ну. Там же для Вейн 8 надо другая совершенно. Совсем. Никто не смотрит. Ну, я хз. Оно просто ни к чему сейчас. Ну да. Оно не нужно. Есть пробитие! Раньше хайп был, там прям все видосы делали, как поднять Вейн 8, как то, как все. Там стримы у всех назывались, поднимаю Вейн 8, какой-то паттон, лучший танк для поднятия Вейн 8. Да. Все это уже года 4, минимум. Минимум года 4 этого в принципе нет. Сейчас весь хайп и... На отметках. И вся движуха, она просто вокруг отметок. Все, ну типа Вейн 8 ты ни одного популярного стрима не увидишь. Что кто-то молодцы, там, парни, починили гуслю колготками жены. Люди вообще не, жены. Не знают, что такое Вейн 8. Ну, как правило, да, большинство вообще даже не подозревают, что это есть. Сейчас такая. Даже XVM, я не знаю, у тебя XVM что показывает, Вейн 8? Я хз. А, ну да, да, да. А, подожди, ты удалил его вообще? Ну, вообще да, да. Он даже XVM, он показывает уже не Вейн 8, он показывает личный рейтинг в игре, понимаешь? Надо, на типа него вот, в основном, короче, смотрит сейчас. Ну, типа он вот Вейн 8. Я просто к тому, что именно в Вейн 8 потеть, ну, я не понимаю, типа, для чего так, если подумать, то это вообще забытая характеристика. Единица. В игре. Да, я вот сейчас подумал и понял, что, блядь, никто вообще в Вейн 8 не потеет. Только отметки. Отметку апаешь, все, берешь Вейн 8. Все. Типа. А на бачате. По сути, да. На бачате ты все равно не сможешь взять отметку за светом. Типа играть без урона и прочее. Да, нет, это, конечно, это бред. Тут тебе по-любому надо будет носить урон. Разве это броня? Ого, концепт, блядь. Эх, минус отметочка. 85-90, но минус на 0.33, ну, ладно. И да пока не будет 93, тебе даже потеть не переживать надо. Не надо. Не переживать, да, потеть надо, но переживать нет, потому что... Да. Нет. Да, по ходу дела, да. Вообще, я заметил, что дольше всего, по крайней мере, у меня отметка растет вот именно
с 85, когда ты вторую берешь, и примерно до 91, до 90. Вот эти вот 5%, они, ебать, как они долго растут, отвечаю, они дольше всего растут. Легче третью взять с 90, чем дойти до 90%, типа, ну так как-то. Да, ну, мне кажется, да, потому что там, блядь, там очень тяжело. То есть, сейчас ты играешь, тебе надо потеть в отметку, не в N8. И, то есть, в N8 тебе по факту ничего не... Отметка у тебя будет, все, ты кайфунешь, например, от отметки, если ты играешь, у тебя есть какая-то цель. Просто поднимать в N8, это... Ты только дольше отметку, не знаю, будешь брать, ну... В принципе, да, ну, и, ну, я точно танк, наверное, не буду менять, знаешь, в чё, в свет, это, ну, бессмысленно. Сейчас куча танков, которые просто тупо пересвечивают, ну, блядь, ну, понятное дело. Тут же возьми концепт того, возьми там, да любого светляка, что угодно. Да, хорошо, удобно, когда, блядь, ты там как-то остался и можешь типа пересветить, по сути. Раньше почему еще на бате было легче играть? Не было такого количества танков, которые могли ему в рот дать, по сути. Ну, понятно, там у него и маскировка, и скорость была на то время. Да, большой. Да. А сейчас уже все, уже сейчас до свидания. И раньше танки такие были, не знаю, там... Ты на Т-52 мог даже в Химках любого закрутить. Просто он в банане стоит, а ты его крутишь, ебать. Ну да, сейчас нет. Сейчас ты, не знаю, даже на ЕБР никого на Химках не закрутишь. Там просто... Поэтому я хз. Не, тебе надо потеть в отметку. Тебе будет интереснее играть в отметку. Нет, пока в взвод не буду играть. Ну и жопа будет гореть, конечно, сильнее. Да, это... Да, да, это я тут готов. Ну, блядь, для отметки больше всего, конечно, дамаг нужен все-таки. Ну, суммарка, в принципе, та, это, понятное дело. Светить и стрелять, но светить не вариант на бачате особо сильно, когда у тебя не особо хороший свет. А накидывать получается по ситуации. Вот как здесь, вроде бы нормальная была ситуация, но, блядь, Хори мне дал защеканку хорошую такую, путнюю. Сейчас посмотрим. Поиграю немного. Я ей говорю, вернусь, родная. Будь ты, потом расскажу, ребятки, в бой! Главное, в принципе, и этот рейтинг растет, который в ВГ, ну, который ты понял, личный этот рейтинг, профили. И плюс растет, в принципе, суммарка. Урон сам на танке. Ну, вот это все, что тебе и надо. Больше ничего не надо. Это, в принципе, то, что видно и тебе, и всем, если там да. На статус подавать. Молодцы! Есть, говорю! Первый трещ уничтожен! Без гусли-то тяжко, да? Я начинаю злиться. Еще раз промажете и получите по попе. Пробили, попали. Мы еще какашками их забросаем. Не получилось второй раз поставить на каток. На 700. Чё, а чё так мало?
Блять. А бачат-то уехал. А у тебя над вражескими танками нет этого дистанции определения в метрах? Нет. А тебе неудобно будет ее поставить? Я просто с ней играю. Видно там тогда за рентгенище, если что, или... Да просто какая дистанция до челика? Ты как-то не ставил, не просто пробовал даже. Ты просто знаешь, в чем плюс? Она постоянно с моими танками горит у них. Дистанция. Ты знаешь, например, ты на мантикоре играешь, ты знаешь, что от тяжей я меньше 260 только тогда засечу. То есть ты катаешься и можешь его в перманенте держать на расстоянии. Разве это броня? Пукнешь, расцепится. Видишь из теха, например, ты знаешь, что там до 300 метров ты можешь кататься, она тебя не засветит, там 280, например. И ты катаешься, понял, просто можешь хоть в поле кататься, но когда ты держишь эту дистанцию, то чувствую себя в безопасности. То есть вот в чем плюс. Не светись там. Да, нормально. Ты используешь просто дистанцию танка для заслета. Ну, в принципе, как вариант, можно попробовать. Я просто эту тему, кстати, как-то вообще даже не трогал ни разу. Ну, я вот просто заметил. Ну, например, я просто на ЛТшках-то, вот на Мантикоре даже отметки брал, это очень удобно было. То есть я вижу там Прохоровка, например, в центре там кони от меня 260 метров, например. Я знаю, что я сейчас проеду по аллее, именно по верху, где он меня полностью видит. И он меня не засветит, то есть я могу спокойно ехать. А без этого, не знаю, я бы смотрел и думал, ну сколько там, блядь, метров до него. Может, блядь, сейчас проеду и засветит, пизданут меня. Ну, в принципе, да, да, тоже верно. Ты просто привыкаешь, это, ты, короче, знаешь, кто, откуда тебя через сколько метров светит, и все, катаешься спокойно вообще. Надо попробовать поставить эту тему. Короче, надо поехать сейчас. Блин, фрагов еще надо успевать делать, не получается. Бывает один раз. Блин, ну фраги — это супер рандомная тема. Да. Типа специально в них упарываться у тебя и не получится. У тебя и так барабан, у тебя есть преимущество, а там... Ты дышишь! Это я еще так! Разминаюсь! Понька, у нас на счету уже два танка! Ты что, с клана вышел? Да. А что? Да не знаю, что-то пиково. Просто вышел и все. Просили меня создать клан. Создал клан, а толку нет. По сути. Смотри, фоч упоротый. Не хочешь? Можно, я думал об этом, наверное. Это будет. Надо судьи подумать, да. Я понимаю, это сложное решение, но, как говорится, он не резиновый. Так, еще раз не пробьешь, отправлюсь. Да два раза не пробил фоча, я его родственник. Ну, бабаха раскадышилась. И не попала. Давай в натиск. Не хочу раз... пока в натиск. Я видел, что он как-то в край дальномера полетел. А первый раз я что-то не понял, как ты. Не знаю. Как будто Фош сказал не сегодня, брат. Эй, наводчик! Ты что там спишь? Да ты угораешь на коне, блядь, петух. Трепещите, противники! В гуслях как новое оформили хэт-трик! Так, остановись-то, пентюх! Есть, колодчик! Четвертый готов! Вообще на изи! Нет, в натиск, а ты до серебра дошел? Петух на пятый. Ох ты! Вот петух быстро стоит, живи. Ждет. Сейчас увидишь, блин, но на гриле за углом. Я только злее стал. А, блин, где собака сутулая? Халуфи, петух, конь и гриль. Ну да, да. Я не про взвод. Нет, не хочу я пока. Я отметку пробую брать на бачате. Ну это животина где-то здесь стоит, скорее всего, потому что он кидал по мне
когда я катался на центре. Он отсюда, скорее всего, и не уехал. Вот он, да, далеко. Не уехало. Вот так. О, я умру, но я успею накидать, брат. Ух, пробили. Мне кажется, они там плачут. Ха! Я танк уничтожу, но я клянусь, восстановлю машину и надеру им задницу. Нормально, нормально. 4344 урона и плюс, короче, свет не свет. Нормально. А, какой 4400 там? Я же светляка еще убивал. Ну да, 4400. Я же его добил светляка. О, хороший все ТП. Не, натиск я буду, наверное, завтра, послезавтра проходить. 4 победы, 4400. 4 победы, 4400 ВН8 держится. Блять. И дамаг растет. Был 506. И сейчас 514. Потихонечку расте. Астин Порье. Блять, не самый легкий я танк выбрал для трех отметок, по ходу дела. Ну, не то, что не самый легкий, он некомфортный. Типа, я не знаю, ты на нем можешь вот как выдержать долго играть, если тебе реально на нем типа нравится играть. Ну все. Иначе, ну, я не знаю, на нем делать как будто нечего. Да. Просто продать его. Единственная моя самая конченная покупка, самая конченная, что я выкачал, это Яга. Вот отвечаю. Зря потратил время, зря. Единственное, что Яга? Не зря. Да, да. Ты еще. Это босс. Да это помойка, блядь. Это босс. Это босс качалки, ебать, Яга. Это шедевр, блядь, мира танка. Да хз, что-то он мне вообще никак не зашел. Ну, я не понимаю, как просто на нем играть. Я, в принципе, не понимаю, как на ПТ играть. Я сейчас в последнее время научился там более так на ТТ играть, понимать, как на ТТ играть и что к чему. Ну, на СТМ я, в принципе, всегда играл всю жизнь, блядь. Ну, или, не, ну Яга это танк размена, ты видишь, как тяжко все. Ну да. Знаешь, что меня больше всего бесит? То, что, блядь, кому не лень пробивает. Просто голду заряжает и кому не лень стреляет. Даже самый красный будет чел там какой-то, который не знает в принципе, как играть. Но он голду зарядит, и он будет тебя иметь во все, что можно. И куда только можно. Ну, это да, но там фишка в том, что ты... Он тебя поимел на 500, ты его на 1000. Я таких пробивал, пробиваю и буду пробивать. И дамаг болеть не будет. Манайся 21-й, сумасшедший какой-то, того родственник. Ты чё? В ходовую попали! Мышь, бля. Отличайся, ты на Ягу засел. Сколько у тебя сейчас максимальный урон на аккаунте? Душка. 7 тысяч на бачате? Вот, уроды! А, максимальный 7, да. Да. Ты на Яге его побьешь, блядь, за боев 20, я отвечаю. Да не. Ты просто сядешь и за 20 боев на 8 тысяч урон выдашь на Яге. А то и на девяточку, десяточку. Ну, надо попробовать на нее поиграть. Ну, хоть в гусеницу пробили. Не, ну, не знаю, не пробил лючок просто со 40-го. Жесть, танканул 3 снаряда от меня. Опа, там суета у нас, оказывается, а я сюда смотрю. Ну вот и слив идет, блядь. А я уж обрадовался, думаю, нормально, остатка все лечить. Я вас прикрою, ребята. Блять, кобра опасная тема. Да, только никогда она. Никогда ты на ней. Ну там, чтоб ты понял, там разброс на ней. Ну я не знаю, там жесткий между прям. Выстрелами. Между выстрелами надо сводиться секунд 5. Реально. Ну, челики каждые там 1.5 секунды у нее между. Они просто жмут ЛКМ. И как-то попадают все 4 из 4. Ну, да. Пробили! Отлично, парни! Походу насквозь прошла!
этот их пробивал, пробиваю и буду пробивать. Ой, блядь, вот это вот говно 121 приехало, а? У коня горит. Жестко в чате. Выкидыши пишет там все дела. Включите мини-карту. А ты понимаешь, что из 30 человек в бою пользуется, может, один, наверное, два. Не-не, я, наверное, преувеличу, если скажу, что хоть одному нравится в это играть, блядь. Все остальные просто зависят. Да? Ну, никому не нравится играть в эту игру. Просто все играют по привычке. Ну, кто получает от нее сейчас удовольствие? Я хуй его знаю. Ну, я не знаю. Ну, по факту, да. Они заходят, да, челики. Я тоже, бывает, захожу, ну, знаешь, с нормальным настроением. Типа, там, ну, не горит, просто поиграть. Отлично, парни! Походу насквозь! Он же делает свое дело. Ты даже если на челике не горишь, ты уходишь с пяти там на бате, выйдешь при полном сведении, не знаю. Да. И прочее. И все, у тебя настроение падает. Просто падает. И это у всех. И тут все... Это игра на сбор негатива, я не знаю. Вот если в какой-нибудь... Доте, да не знаю, в какой-нибудь любой игре, там хотя бы половина игроков, знаешь, победили, половина проиграли. У кого-то настроение хорошее, у кого-то нет. Тут не у всех почините плохое. Гусеницу! Если да. ты проиграл, тебе не нравится. Если ты выиграл, тебе не нравится. То есть тебе все не нравится. Ну да, так и есть. Орудия выведены из строя. Да поэтому же и общий чат отключили, потому что эта игра на сбор негатива, в принципе. Это так и есть, реально, просто. Тут пока горельщики есть такие жесткие просто. Блять. Они изначально могут всю команду в негатив загнать. Начало катки, кто не дописал что-нибудь в чат, все, понеслась. Да, жестко. Он 2600 накидал, у нас 1, 2, 3, 4 танка, причем неплохих. Фаза 40.05, бачат, девятка, я так понимаю, да. Нет, десятка. А, нет, девятка. Все-таки из 3, 2. Короче, просто по нулям, просто. Просто 0. Просто 0 дамага, чтобы ты понимал. Там челики нормально проехались у них. Жесть. По ним причем, походу, проехались. Встречка. Блять, против ЛТ, как тяжело играть на утесе. Едешь такой на гору посветить, пострелять, а там тебе ЛТ уже пересветило, и тебя постреляли, блядь. Захоронили. Вафля в ангаре стоит, дым, пылится золотая. Что про нее все забыли резко вдруг. Я недавно выкатывался на вафле. Ну, блин, я походу первый раз, когда на ней выпал, я на ней просто переиграл. Сейчас вот отдохнул, несколько боев скатал на ней. Ну, прям вообще шикарно. Хороший аппарат. Ну что, ребята, веселый, да. Я с вами, а значит это победа. Ну очень по ситуации, да, там как тебе повезет командой. Либо тебя за барабан, ты успел отстрелять, и тебя приехали, убили, либо ты еще поживешь. Там такая ситуация. Я в этой игре горю даже не то, что от, как-то, не то, что от союзников, я горю от того, что у меня никогда ничего не летит. То есть я могу с вафлей при полном сведении 0 из 5 дать, это типа, ну сколько можно, ёпать. Ну да. У меня горит только от самой... Точности. Бля, я вчера в кого-то вчера стрелял, я просто... А, вру. 2 дня назад я играл, и, короче, знаешь что? Я вчера... 2 дня назад играл и давал... Кому же я урон давал? А, про гетто. Я из 5 ни разу не пробил, чтоб ты понимал. Из 5 ни разу. Просто рикошет. Просто рикошет не пробил. Ух, хорош.
Да ёб твою медь, выхватил. Танка её не в МЛД, не в ЛД. Трепещите, противники! Да. Как новая. Чистая мразь на арте. От поляка выхватил только что. Привет, привет. Бенди, Бенди, Фенди, Френди. Отметки возьму на 49-ке, надо будет в взводе покататься с тобой. Гусеницу повредили. Я не знаю, куда возьму, собаки. Я там не потею, я бегаю, ищу, понял, выстрелил по 1000, уже 4 накопил. Я сейчас плакать буду, того родственник. Не, арта только что 261-ю прямым попаданием попала на 864. Я сейчас посмотрю. Да, посмотри, посмотри. Еще и звук такой был, интересно, я не понял, что за звук такой. Звук был такой. На сухую закинул. Ну такое, когда типу там мечом по голове попадаем, такой мяу. Блять, еще и я худею. Чисто коричневая тварь, блять, я ее рот топтал. Дурочки кричат, что тупо нервили. Ну да, 864. Куда ж он мне попал, интересно? Я хз даже. Наверное, в лючок сверху прям, блять. Наводчик высунул голову и туда ему засунули. Я позавчера сижу, играю. На арте? Смотрю, арта у них, арта у них, не. Смотрю, арта у них трешку накинула. Бачат 58. Я думаю, бля, сколько раз ты ж попал, понял? Открываю, ну, после боя, понял? 15 ага. Выстрелов, 13 попаданий делаю. Ого! Я такой, вот это понерфили, я столько с Лафентрагера не попадаю, сколько тип на бачате 58. 13 из 15 он попал. Охренеть, это жесть. Ну вот я поеду сейчас туда, в принципе, мне дамаг надо вкидывать. А что делать, да? Ну а что делать, как мы интернет проводили, мужика, он вышел. Самогоном от него пре. Мы говорим, да нам тянуть там 250 метров где-то плюс-минус где-то от кабеля. Ну... Блять, да, мужики, тяжело, тяжело. Не, ну а что делать, надо же. Ну, конечно, не, надо. Ну, как же ты, ну, ёшкин кот, ну? Опа. А, чтоб раскадешилось вот это говно американское. Давай. У тебя все режимы включены? А, встречка только и этот. Ну и классика, и все, по сути-то. Штурм у меня вырублен. Встречка нормальная? Да, мне нравится. Да, ты смотри, стояла гнида. Я ненавижу таких, просто вот ненавижу. Их дубасят со всех сторон. Они стоят, ждут, пока ты выкатишься, чтобы тебе дать. Чтобы тебя убить. Понимаешь? Насколько вот просто надо быть таким вот гнидой? Блять, там тысячи, там тысячи. Это там ты. Вот такое меня постоянно, меня вот так вот убивает постоянно. Там вокруг танки крутятся, его дубасят, бьют. Я такой думаю, блять, давай я выйду тоже там. Выезжаю, и меня просто бах, он забирает. И он умирает при этом еще. Ты че, дебил, блядь? Ой, боже мой. Это жесть. Яга 6к накидал. Нихера себе, что там за яга. Сумасшедший. Я говорю, яга босс этой игры. Босс качалки. А чё x2 не сбивается? Мне чё, игра лаганула, что ли? Опыт x2. Опыт x2. Чё за бред? Сдать, что ли, какие-то добавили? На типа прохождение всякое до залупы. События. Да вроде нет ничего, да? Прикинь.
Я хочу Е50М выкачать. Очень хочу. Но я не хочу на Пантере первой кататься. На первой? Да, на Пантере. Смотри. Но она у меня левел, топовая, кстати. Седьмой левел, что, катать ты умеешь? Я думаю, какие-нибудь... Проблем, я думаю, тебе не составит на седьмом уровне поиграть. Короче. Ну да. Еще эти выходные вроде бы хорошие там акции делают. Там что-то и опыта тоже там сыпать нормально должны. Еще что-то там, короче, какая-то хрень. Написано, проведи выходные с пользой, блядь. Поиграй в танцы. Написано для нас. Да, да. Пользы для нас там они не написали. Надо как бы понимать. Ну да, да. Затянуть побольше. В смысле для них. Ух, чтобы онлайн поднять. Там же каждый день находится все-таки хоть один адекватный человек, который удаляет эту игру. Я желаю ему здоровья, этого человека. Да. По-любому. Больше... Мне интересно, насколько часто приходят новые игроки в танки играть. Ну, примерно раз в 5 лет. Один. Остальные просто старики восстанавливают аккаунты. Ты видишь, как они... Если вводят какую-то акцию, например, ты уже на них по-любому попадал, на эти акции. Тебе надо заходить на сайт и принимать задачи. Да, заходить да. На сайт, принимать задачи. Это как думаешь, для чего делать? Для Потому статистики смотрю. Для статистики сайта, чтобы больше заходило. Ты там, гля. Какие-нибудь рекламодатели или еще что-то. И на, вот тебе, пожалуйста, статистику сайта. У него на сайт заходит он в день 100 тысяч, не знаю. В час 100 тысяч раз заходят. А они не понимают, что они заходят, потому что дурачки просто сделали такую акцию. Специально заходили на сайт. Это ж можно в ангаре сделать все. Ну да, да, конечно. Даже проще. Странно тебя высветили, кстати. Вот да вот в том-то и дело. Готов! Первый дрыщ уничтожен! Вот мне интересно, где их ЛТ стоит, раз он мне так хорошо светит. Может вот тут? Ой, блядь, ствол не опускается, сука. Помойка. Ладно. Я даже не имею представления, где стоит ЛТ. А, это арта, когда стреляет, звук у меня такой петушиный, типа летит арта, выстрел. Сейчас я погромче сделаю. Сейчас я звук погромче делаю. Наверное, эффекты, либо густо. Подожди, давай, сейчас. Я сейчас включу звук. А, я услышал, все. Я просто без звука спотыкаюсь, чтобы не отвлекаться сильно от работы. Сейчас арта будет еще стрелять, услышишь? Я слышал. Опа. Да, вот это нормальный звук, это подходящий. Это реально петух кричит, да? Да. Он сейчас стрельнет, а арта. Бессмысленно. Давай поверни чуть боком, повернись. Не, ну как же, да ну ёшкин кот, ну! На каток поставим. Ходовую попали. Хотя бы через каток долбанить его. Через мой. А вон мантикор катается внизу, петух. Что-то арта пока их не стреляет, странно. Звук есть этот. Да, причем. Прикольно. Угарно. Я хочу эту тему себе поставить. Вот этот звук. Этот звук надо поставить. Да. Вот это я с него орать буду, люд. Ты еще на писи мутной каплей висел, а я уже воевал. Я так понял, именно когда попадают, понял?
артавцев, типа союзника, что ли, или как, я хз. Да не, наверное, изначально звук выстрела. То есть я видел, она еще летел, трассер, но звук уже был. Ну да, тоже верно. Вон петушиня стоит. Да ты гля, ты 57 хэви еще там. Они а, там да. Друг другу в стволы дудят, да. Ну. Петушоки, говношоки. Да куда снаряд девается? Бля, вот мне кажется, что у игры есть моменты, когда она специально как будто бы делает так, чтобы ты не выигрывал. Все делает. У тебя попадание, у тебя куда-то снаряд просто тупо падает, причем просто я тупо. Я это заметил еще, знаешь, если бой так идет, то не ты один промахиваешься. Сколько я так палил, как и челики стоят, твои союзные. Угу. Они, вот видно, что он полностью сводится, видно. У него не летит, не летит, не летит, не летит, ничего. И ты даже не говоришь того, что он плохо стреляет. Ты понимаешь, что ему просто игра не дает попасть, и все. То есть у тебя только что барабан там, например, не залетел. Рядом да. С такой же чел с барабаном, и у него ничего не залетело. И ты такой, ну, спасибо. Да, именно так и происходит. Я поэтому перестал на союзников по отстрелу. Понял? Вот когда я на ЛТшках отметки брал без остановки, я смотрю, что они стреляют, но у них просто не залетает. Я уже не горю. У меня горит с того, что они когда они не стреляют, это да. Но когда они стреляют и дамаг не взлетает, я думаю, ну понятно, типа, а чё. Ну да, это, блядь, писец как обидно. Это есть какая-то тема, да, где? Сломали пушку! Ну, петушня сейчас будет стрелять по мне. На арте. Не, не захотел. Ну, как хочет. Как будто бы узел дует, я не понял. Когда в Африке был чемпионат, ну, да. На стадионе, там матчи смотреть невозможно было просто. Они свои дудки. Вот так и сейчас играть невозможно. Сейчас свои дудки дуют. Ну, звуки сейчас такие были, петухи, мяу. Угарно. Знаешь, это добавляет какую-то свою атмосферу в игру. Это, подожди, это с Юшинского мода эта тема? Да, да, я сам первый раз услышал. Ну, это Юшинская, да, тема. Забыть. Сдох, противник, ты хрен с ним вообще на изи. Нет, с Юшинского мода только ограничение FPS стоит, чтобы было 140. И все, 44. И в рот тебе хлопенье, получиха! Ну, это пицца пошел, поляк. Курва, бобер! Ну, хоть победка. Видишь, а у них вот три петуха у них было. Хоть один утопился, по-любому ж хоть один утопился. Не, не успели, они успели. Их убили всех. Распетушили. Интересно, какой звук за это отвечает, за громкость окружающей эффекты или что? Тут это вообще сломано, чтобы ты понимал. То есть есть тут звук, вкладка окружение. Ты, например, ее вообще выключаешь, знаешь, чтобы не мешали там всякие да. Выстрелы на фоне. Там, знаешь, есть карты, там самолеты летают. Ты это ж все окружение. Ты делаешь это на минимум, а звук остается. Все. Потому что ну, эту игру понятно, кто делает. Это наша игра. А, вот дополнительные звуки. Звук лампочки. Тихая, громкая, сос, вспышка. А, звуки при пожаре танка. Все, нашел. Оружие, перезарядка. Можно, в принципе, враг обнаружен. Детали. Крита топовый. Сейчас вот. Подрыв боеукладки. Вот это бомбануло, так бомбануло. Так. Сейчас ищем арта, вот арта, вот оповещение об... Осталось 3 минуты. Это не то. Всё. А я не знаю, как тут, наверное, стандартный звук. Выстрел арты САУ врага.
Получи! Привет тебе от деда! Хлопцы, запомнили эту телегу с навозом? Я с ним лично разберусь. Бля, тут есть озвучка, когда в тебя попала, короче, арта. Я сейчас включу, просто послушай. Я включил звук на стриме, я слушаю. Оп, нормуль прилетела. Все живы. Хлопцы, запомнили эту телегу с навозом? Я с ним лично разберусь. Орудие готово к стрельбе. Заряжен. К стрельбе готовы. Смотрите, парни, вон враг, видите? Попали в гусеницу. Аллилуйя, сердце прихватило, вот это урон. Я с навозом. Был захват и нет захвата. О, тут даже есть типа озвучки из игры Amway, типа грани есть. Я только сейчас об этом узнал. Это, наверное, обновили, потому что. Не слишком тихо. Ух, хорош! Вот так-то оно туда. Это у меня останется. Жалко, что нельзя арты звуки послушать. Это, наверное, когда мод устанавливаешь, у тебя там на выбор оповещалки. Может быть, да. Ну пусть и петушиные полеты останутся. Ну давай, заходи во взвод, поиграем во взводе, что же делать. Слышь, вот этот чел тебе на стрим зашел под ником Ричи. Это что за чел, ты его знаешь? Ричи? А, не знаю. Он написал что-то тебе и, походу, удалил. Там написано, что удалено пользователем Рич, типа, или как-то так. Чат вот посмотри. Он просто ко мне иногда заходит, какую-то хуйню напишет, а потом сам удаляет. Я вообще не понимаю. Я не знаю тоже. Вот мне тоже написал какую-то дичь сумасшедшую. А что это? Даже я не понимаю, кто это. Блядь, может, какой-нибудь спам там, либо хз. Ричи, да, бывает такая херня, заходит, просто пишет. Ну, типа, я имею в виду вот это вот именно, ник. Ричи, блядь. Меня вдохновляет порно. Вдохновляет, когда я делаю больно фанат фильмов про зомби. Что за бред? Чисто рандомно я понял слова. На десятках надо поиграть, наверное, будет как-то. Типа, сделать, короче, максимальный дамаг, чтобы накидать. На взвод. Ну 1020. Что, ребята, я с вами, а значит, это победа. 20к? На троих, допустим. 15 на троих, вот, и я тебе отвечаю, мы не сделаем за часа 3, например. Да ну нафиг. Угу. Да, это не. Намного сложнее, чем кажется. Да не, сделать можно. Если попросить союзников стоять на базе. А, ну тогда можно на троих и 3000 даже кинуть. Кстати, будут стоять. А подожди, а зачем их просить, они и так это делают? Ну да. Опа. Эй, Синти, гляньте, что там с гусеницей! Нас светят! Рикошет, я дредкадрить! А без гусли-то тяжко, да? Пробили! Многие помойка, блядь. Огонь разрешаю! Вот, блин, гуслю сорвали! Гусеницу восстановили, но я только злее стал! Гусла восстановлена! На ходу. Ой, чуть из боя не вышел. В
Тут 62 задача она будет, я так понял. Ага. Специально я так сделал. А, сейчас включи звук на стриме. Включи. Заряжена! Понял, да? Угарный момент. Это смешно, это смешно, да. Это дудка какая-то, знаешь, которая... Ты дуешь в нее, она разбивается, а потом сворачивается, типа, вот эта тема. О-о-о! А, мне... Ни хера себе. Арта что-то наших петушарит нормально. Берегу силушку богатырскую, берегу. Смысл перестреливаться. Пущай, пущай, а мы пока перезарядимся. Блядь, 60 ТП не хотелось бы получить. Мощное у него. Я видел, как 60 ТП косарь с копейкой выбивал. Как это вообще возможно, блядь? Классно. Я вообще в ахере. Я в тот момент сказал, зачем я ягу качал, когда можно было 60 ТП качнуть. Огонь разрешаю! Отличный удар! Эй, сынки! Гляньте, что там с кустрем? Да бля. Танк уничтожен, но я клянусь, восстановлю машину и надеру им задницы. Леопард умно сделал, взял, свалил просто с горы на аллею и стреляется там. Погнали, сыграем сейчас на Яге, попробуем. Давай, давай, Яга это шеф игры, босс. У меня экипаж перепрыгнет сюда. Видел у меня какой экипаж? Раз, два, три, четыре, пять. Пять мужиков и одна баба. Как в немецких фильмах. Я на американских танках, заряжающих черными, делал только. А мне там я. У меня, это, естественно, совпадение, я не знаю. Просто так всегда получалось автоматически. О, блядь, экип... У меня красивая, блядь, камуфляжка. На Яге. Сейчас я голду заряжу. 400 миллиметров пробития в твою башку, блядь. Блядь, и прикинь, бывает, не пробиваешь еще. 400 миллиметров, Карл. Там вообще должен снаряд залететь, просто забрать всех, весь экипаж на поверх этого, блядь, снаряда, и чтобы они оттуда вылетели с ним вместе. Я вам из танка. Вот что скажу, парни. Родина у нас одна. И во что бы то ни стало, мы должны ее защитить. Спокойно! Светим! Светим! Сейчас я пока приеду. Уже всех поперебивают. Блять, бачат, поражение. Еще и кончено отыграл. Ах. Не
Говоришь, это танк прорыва? Это танк всего. Ты едешь и смотришь на всех свысока, потому что ты шеф, босс, тебе все можно. Сейчас я поехал. Не, ну на нем надо с умом все равно играть. Просто так поехать, где 20 секунд КД, конечно, тебя развалят. Так, там он Е4 еще запытается. Должен внушать страх, понял? Ты едешь, тебя боятся. Ну конечно, косарь дэмэджа никто не хочет получать. А ты их не спрашивай, хотят они или нет, просто давай. И все. На 1188. Поиграл Е4 на большую часть своего танка. Обмен был нечестный. Да, блин. Как говорила моя женщина, меня легко заметить, но невозможно забыть. Хлопцы, мы в засвете. Слабовато мы его, парни. Утоплю его, блядь, морально просто. Утопил, 60 ТП взял просто. Я таких первый щелкаю. Огонь разрешаю. Ой, блядь, гриль выхлоп кинул. Там и в самый кончик мне попал краешек. Ты гуся плавать отправил. Ну. Ну зачем ты спешишь? Бред, блядь. Я не умею на Яге играть. Это помойная какая-то, блядь. ПТ, блядь, не едет, не стреляет. Ну, стрелять стреляет, окей, вопросов нет. Но он, блядь, не едет нихера. На ней стоять чисто в одном месте. Прикинь, я на бате сдох, хрен знает какой, чуть ли не первый. 2700 накидало. Просто жесть. Внизу все остальные меньше меня кинули, которые дольше меня жили. По сути. Блядь, как это происходит? Мне надо на Ягу вместо прицела что-то кинуть. Либо механизмы поворота, либо закалку. Наверное, закалку лучше. 85-86% только, блядь, на бачате. Песков им гоняю, блядь. А толку нету. Ну, а Яга поражение, блядь. Надо, блядь, видишь, в чем прикол? Почему я не люблю перепрыгивать с танка на танк? Допустим, когда ты играешь, взял одну тематику танка. Ты когда привыкаешь к нему, придрачиваешься, ты хорошо отыгрываешь на нем. Типа, когда ты прыгаешь, вот, да, бывают некоторые там один, второй, третий танк берут, 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 и в итоге...
привыкаешь к одному и уже второй сливаешь бой на другом танке, к примеру, условно говоря. А, давай быстрее, пожалуйста. Я ж не буду по полчаса ждать. Вышли в ангар, сразу нажимаем на танк. Вышли в ангар, сразу выбираем танк и едем. Ты резервы не подрубаешь или у тебя нет? Есть, но я их не подрубаю. В принципе. А, подожди, на опыт надо рубить. Тридцать шесть штук есть на опыт свободку. Ща мы поиграем. Ань, дашь сок? Помню, ну или налей, или дай. Баба меня провожала. А, в бой! Поехали! Сынки, спокойно! Светим! Светим! Огонь разрешаю! Мы в засвете. Это хорошо, когда петух кричит, значит, арта стрельнула по мне. Ну или вообще рядом. Орудия заряжены. Там твари! Они и сами не рады видеть нас. Стрельбе готовы! Вот, блин, не пробил! Мы в засвете! Срочно подтянуть позицию! Гусеница сбита! Быстро чинить! Да, блин, я твой родственник! Я приеду, я тебя угрохну! Сейчас надоел ты мне уже! Петушиный помет! Стоит он там, да? Ну стой, стой. Сейчас я подъеду, подожди. О, гомосексу... Парни, ретируемся! Ну вы поняли. Эй, гляньте, что там с гуслей? Бред, просто бред. Чё, текаешь, крыса тыловая? Сейчас тебе в рот дадут. На, на, получи по дырке. Получи! Вафлиноид. Кто-то нас палит. Кончи пес. Просто с нулем дамага слился, блядь. Мы живы. Не парься вообще. Там похуй, я сейчас отыграю следующий бой нормально. Кончипёс на арте, блядь.
Кончибобер. К стрельбе готовы? Зарядил. Надо процент поднимать. К стрельбе готов. Побед. Да. Да. Это да. 53-20. Блин, еле-еле. У меня было вообще 47. Когда я начал играть. Я помню, да. Это писец просто, блядь. Я в шоке был. Ну, тогда я вообще ни хера не понимал, это, блядь, просто так вылететь на 4 года, там, примерно плюс-минус из танков, это было жестко. Да, года 4, наверное, я не играл. Когда я создал аккаунт, сейчас посмотрю. Вот тогда я последний раз играл. В 2019 году. 16 декабря. Это, да, 5 лет. Практически, считай, да, 5 лет. Считай. Вот тогда я и играл. Я еще тогда Лорейна купил, блядь, прикинь. Которого сейчас, оказывается, как я так понял, что нету в продаже, в принципе. То есть Эхо премиум, ну или что? Да, да, да. 40 тонн. Ну, нормально. Ну, мне она понравилась. Я на ней с кайфом прям отметки брал. А, ты взял на ней отметки? Ну, да. 3 отметки, да, у тебя на ней? Тебе сталков 100 с этими отметками. Охереть. Хочу себе бабаху с того, если встретить, взять, купить забоны. Она забоны вроде, ну да. Да. Я собираю, уже почти 5 собрал. А чё тут по факту ещё-то такого нормального? 113-й это тот же самый, блядь, 113-й. Чем он, блядь, отличается от... Ничем. Приставкой ВО, внешний, блядь. Да, внешним видом только и все. А остальное, ну, я хз, что там еще. 113, кстати, мне зашел прям. Ну, шустрый, хороший танчик. Из 5. Я понял, у ВНов нет, но когда ты к нему привыкаешь, там ты типа раздаешь вообще нормально. Кстати, скажи, вот эти ты используешь нормально, часто инструкции? Типа, юзаешь их по КД или нет? Я их юзаю, когда уже вот-вот сейчас отметку буду брать, тогда я юзаю. Тогда пока не буду трогать там. На скорость сидения, на всю херню. Да и то я юзаю их, понял, только на какие-то потные танки. Вот, типа на Мантикору я ставил, там еще на что-нибудь такое. На обычных танках, когда играешь, отметки берешь, там как бы вообще все равно. Я не думаю, что они сильно роляют. Ну, 5-10% помогают. Как-то вроде даже. Но 5-10% они от... Они не от общей, как бы, понял? Суммы идут. Не от 100%, то есть 5-10 тебе добавляют. То есть там, по факту, если 1% есть, именно толка, то... Угу. Ну, в принципе, да. Надо сыграть так, словно вы немножко выпили, и никуда не спешите. Поехали! Блять, вот если меня шотнут сейчас, я просто, блять, Alt F4 спать, блять. О, летит, летит, дичь, а я не успеваю, ничего, откадаешься. Можно стрелять!
печати. Есть! Пробители увидели! Мне всегда есть что показать! Подловить и выдать барабан. Ты можешь кого-то подловить, максимум 2 дать. Все. И то там 3 секунды, да? Это прям много. Да, да. Вот они типа апнули, да, там между снарядами вроде, да, не апнули когда. Не, типа между выстрелом. 273, да. Ну, так и было. Да? А чё они вообще апали тогда, блядь? Стабилизатор. Ты раньше не мог сводиться, например, между выстрелами, понял? Сейчас видишь, сводишься. Бред, блядь. Какая... прям божественная тема. Ретируемся! Нас светят с любовью! Разрешаю! Хорош! Пусть в него ешь, это вообще ни о чем! Молодцы! Конченые, блядь. А, ну у нас также Китай бросили тот фланг. Помойки. Да, блядь. Готовы пульнуть? Тут херня какая-то нездоровая, это уродственник. Как так можно сливаться? 1-4 счет. Нихера отсюда не вижу ее. Надеялся, может как-то хоть заметить их. Ну, ни хрена. Да давите вы уже этого супер коня, ёпти. Не хочет. Не хотеть. Ну и все. Срочно за камень или в кусты! Учитесь, пока я жив! Я таких кокорёшки штанк из дестройки! Да ну ладно, я третий. Танк уничтожен, но я клянусь, восстановлю машину и надеру им задницы! Пять 12, блядь. Жесть. Че, Никита, заходи. Посливаемся. Да я работаю еще. Мне еще часик где-то надо поработать, может полчаса. Ты что, не хочешь бачата сменить на что-нибудь? На другом уровне вообще, в принципе, поиграть. Семерку возьму.
этого. Я не знаю, тебе вот ты же выкачивал танки, ты проходил, например, уровень боев 9, тебе не понравился? Для меня девятки кайфовые, да, боев. девятки, да, согласен. Ну, типа, ты ж можешь, ну, кататься, ну, хоть немножко, хоть на 1%, ну, себе в кайф просто, например, на девятках, не знаю. Да не, ну, кайфово, но, блядь, мне впадло, знаешь что, не то, что впадло, не хочу вот эти вот шестерки, пятерки проходить, в принципе, я за свободку он прошел до пантеры второй, ой, до первой, ее в топ почти за свободку выбил, и надо ее вот, по идее, по-хорошему купить. Я также Т-29 Америкоса, смотри, выкачал в топ, вывел его практически за свободку, и надо его покупать и качать семерку еще. Нет, я не поеду. Не предлагай мне, пожалуйста, не надо. Когда я играю, я играю. Я хочу играть на восьмерках, я играю на восьмерках. Если хочу играть на девятках, ой, на десятках, я играю на десятках. Понимаешь? Все. Это никак не обсуждается, это не меняется и не будет никогда меняться. Если я хочу в натиск играть, я буду в натиск играть. Там... У меня они автоматом, понял, новые ветки выкачиваются. Я даже не выкачиваю их, они сами десятки открываются. За эти, про... как их там? За чертежи. Да. Блин, мне надо по-хорошему боевой пропуск качать. У меня застопорилось на этом, скажи мне, на одном уровне. Потому что я на бачате уже все максимум взял очков 700. И все. Надо фармить, выкупать пантеру, покупать Т-29. Я хочу Е5 себе выкачать. Е5 классный аппарат, кстати. Да. Классный. Погнали, парни! Да прибудет с нами сила Дамблдора! 60 ТП я хочу себе качнуть тоже. Но там страдальная ветка такая будет, писец. Ну, реально, по факту картонная. Что восьмерка, что девятка, там же картон полный. Как бы сказать, что прям охеренно динамичный танк, да нет, не сказать. К стрельбе готовы! Гной собачий. Не пробили. Опа, за свет! Срочно за камень или в кусты. Ну я только сейчас заметил, что ты без вебки, слышь. Да, и сегодня да. Не было. Ищи. Нет настроения, да, подрубай? Да, есть такое, когда ты реально не хочешь с вебкой. Я знаю, да. Просто проще как-то без вебки. Посмотри, я не знаю, она где-то лежала здесь вроде бы. Не знаю, сейчас надо искать. Куда ты делаешь? Ну нету, под клавиатурой нету. Под ковриком тоже нету, я его мыл. И поэтому его там не должно быть. Еще стирал его. Еще на писе мутной каплей висел, а я уже воевал. Но на работе жестко заебуешься или нормально уже? Да, уже более-менее это нормально, кстати. Женщина. Меня легко заметить, но невозможно забыть. Можно... Да ёб, ты промахнулся два раза. Ну, получше. Бывает просто сама сложность игры тяжелая. Ой, эти игры, блядь. Работы. Ну все, тебе пизда. Да. То есть бывает, там приезжаешь, прям писец, надо в натуре попрыгать, побегать, по еще что-то поделать, прям конкретно, знаешь, протянуть где-то. А еще есть такие люди, к которым приезжаешь. Ой, вот тут не надо сверлить, а ой, вот тут вот. Так нам вам нужен интернет, по сути, или не нужен, как бы. Вы определитесь сначала, да? Ну вообще интересные люди бывают. Пробили. Отлично, парни. Походу насквозь прошла. Такой
Блядь, ну а больше всего убивает тот факт, что очень-очень много людей. Ты им приезжаешь ставить интернет просто, а они такое ощущение, как будто они никогда в жизни не знали и не слышали, что это такое. Интернет, а что это, блядь? 10 секунд даю вам починить. Помойки, блядь. Стоят тут крысицы. И, короче, блядь, я вообще просто не играю, а разговариваю. Короче, суть в чем. Я так постоянно вообще. Я, ну, у меня вообще на это и расчёл, чтоб я в игре вообще нахуй не думал даже об этой конте, когда сижу играю. И, короче, получается, как тебе объяснить? Ты приехал, допустим, проводить интернет, подключать. Ой, а вот будет в той комнате брать Wi-Fi? Да я в душе не чаю, что это же зависит не от меня, а от роутера, который вы купили. Ну, да. А бывает, приносят роутеры за чуханский настолько, чтобы ты понимал, как будто бы там он в сарае лежал 15 лет, по нему голуби ходили, срали. Его взяли, нашли, отмыли его и, короче, вот, типа, оживите его, пожалуйста. Там лампочки даже не видно, индикаторы горят, не горят, понимаешь? Вот в чем прикол. И типа и просят еще, чтобы у тебя все окей, все нормально работало. Ты им говоришь, что, блядь, как бы, ну, мы гарантию никакую не даем, что будет это работать. Это не роутер, это утюг, а да. Они нам похуй, да? Типа того, да. Короче, жесть, потом... Короче, пришел я как-то с пацаном, с напарником своим, к женщине, она адвокат, очень уважаемый такой, прям весомый. Короче, писец, я говорю, ну, блин. Толстый? Нет, женщина, адвокатша, нет, женщина, типа, весомый, нет, в плане, типа, ну, серьезная такая, со связями, типа, якобы. Ну как, якобы, блядь, у нее аудюха Q8, я понял, Quattro, блядь, ее. Нет, тогда не серьезно. Была бы толстая, была бы серьезно. Ну да. Короче, суть в чем. Мы пришли к ней и говорим, ну тут вот будет, там буквально мы спрятали бы этот кабель, там буквально по фасаду, максимум его бы в одном расстоянии, в одном месте было бы видно метр максимум. Вот реально, просто, ну, черный кабель метр по стенке идет. Она говорит, нет, фасад вообще вот эту сторону, вот ту не трогайте. Сзади дома, вот вообще, которую вообще в принципе реально не видно, заднюю часть дома, там даже не заднюю, а боковую к соседям, которая там реально не видно. Там, блядь, сантиметров, ну сколько? Ну метр пусть будет максимум ширина. Вот тут можете просверлить. А отверстие где, как оно будет выходить? Типа, надо ж аккуратнее, у меня ремонт очень дорогой, вот у меня стеклопакет, у меня... Стекла очень дорогие, из дерева, не просто там какой-то пластик, говорит. Короче, как начал рассказывать, там, тут, блядь. Мы говорим, да, нам все равно, вы скажите, где вам лучше и тому подобное. Не, ну, если бы вы меня по профессии спросили, я бы вам ответила, сказала, вы же мастера, вот вы и думаете. Я такой говорю, а что у вас за профессия? Я адвокат. Блядь, думаю, вот вы попали. Тогда защищайся и палкай ее, да. Ну... По хребтине, блядь. Ну, короче, это жестко. Не, ну просто это такая вещь, что установка интернета, где не только установщик должен что-то там думать и говорить. Да, конечно. Клиент и сам должен сказать, где что проводить, где что как делать. Ну конечно. Блядь. А тебе говорят так и так, ты говоришь нет. А что тогда, блядь, еще выдумывать? Вот в том-то вот и дело. Такие тупые, блядь, и адвокаты, поэтому ни одного оправдательного процесса, блядь. Не хотел бы, да, себе такого адвоката. Если бы даже пирожок украл просто. Она бы сказала, ну, блядь. Да. Пукнешь, расцепится, салабон. Да жестко, я тебе говорю. Ну, бывают хорошие люди, прям вообще, прям вот, знаешь... Ты пришел, им интернет провел, они там рады такие, прям аж, знаешь, чуть ли не прыгают от того, что ты им интернет подключил. Я вот, помнишь, я тебе говорил, что до типа пришел подключать? Его Никита тоже зовут? Ща. Отъеду, а торта срет. Да, не, он не стримит, он, короче, понял, работает что-то на дому, не на дому, а на квартире. Да, да, я вспомнил, да, да. Бля, как он похож на тебя, я тебе отвечаю просто. Он, когда мы ему подключили интернет, он говорит, типа, можно скорость увеличить там как-то, что-то, куда-то, ну, типа, больше 100. Я говорю, ну, честно, не могу обещать, можно попробовать. Я позвоню в контору, я узнаю туда-сюда и скажу. И он такой, типа, говорит, ну, хорошо, там было бы отлично, если можно увеличить скорость.
Я говорю, окей, сейчас узнаем. Я пошел пока другого клиента это выполнять, короче, и заодно позвонить решил. Мне сказали, да, до 400 можно поднять. Я прихожу, ему говорю, типа, привет, там, еще раз, Никита, там, туда-сюда. Можно до 400 поднять. Он там аж запрыгал и такой, знаешь, как ты в это, бля, делаешь, типа, бля, эмоции такой. Я такой думаю, я охерею, какая... После этого жизнь не мат... не матра... ну, типа, не матрица ли? Что люди одинаковые есть, похоже. Прям жестко, я в шоке был. Да я бы хотел на свое ебало посмотреть, только на чужое. Ух ты, блядь, ебать, а как мы я выхватил? Глаза, мы бы глаза сузили и смотрели друг на друга презрительно, типа, блядь. Ты знаешь все, что я скрывал. Да, да. В Гриффин, как в Гриффинах, блядь. А, без света мне кинул, короче. Блайндом, прикинь, блядь, мне на 800, на сколько? Ну да, хорошо мне засунул. Не, ну попали вроде. Огонь разрешаю! Да меня конь напрягает, его пробить не могу. Я такие танки пальцем протыкаю. Собрались? Конь для парни, меня самая имбовая десятка в плане того, чтобы пробить. Вот конь, концепт, блядь, с колесами. ЕБР да. С колесами и конь. Троица. Бля, да. Так вот, я кидаю просто, вроде бы как... Должен там пробивать, по идее, но ни хрена. По факту нет. Да, в красе, блядь, прикольно, конечно, но тут деньги действительно нужны, и зарплата должна быть хорошая. Чтобы тут жить, а не существовать, скажем так. Я знаю, я там тоже, я же там прошу года три точно. Да. Посмотрим, насколько меня хватит. Главное специальность получить нормальную, научиться этой темой заниматься, работать. Не просто вот как у там Юрца. То, что он делает, это вообще изичная работа, максимально изичная. На самом деле я начал это потом понимать. Ты, короче, про... тебя вариант по профессии там подняться, типа? Ну, да, да, конечно. И какая твоя следующая ступень? Типа, инженер? Сейчас ты устанавливаешь интернет и чё, типа? Инженер? Дальше тоже устанавливаешь, но уже инженер, типа, как ты, или как? Проектировка. Именно вот, понял? Типа, где можно, где нельзя, там все дела вот эти вот все. Чертишь на карте, откуда идет, куда идет, что поставить. Ну, короче, вот такое, понял? То есть, если это сейчас делают специалисты, вот инженеры, проектировщики, то это этому можно обучиться. Ну, это очень круто. Там, блядь, мне показали на компьютере, как это выглядит. Там просто, знаешь, как будто вот так взял, ты зашел Paint или этот Paint... И вот так мышкой да, покрутил, я... вот так. Вот так вот проект, блядь. Там все взаимосвязано жестко. Казалось бы, блядь, некоторые люди думают, а я там что, пришел кобелек воткнул, да, ага, сейчас. Не, там не так все просто. Да, так думают люди, только которые на какой-то одной работе работают или вообще не работают. Блядь. Те, кто поменяли несколько работ, хотя бы несколько, не как, блядь, я минимум 10, блядь, 15. Хотя бы 2-3 работы челы сменили, люди, они уже понимают, что в каждой работе очень много своих заебов. В каждой, блядь. Я и физически работал, и за компом я работаю сейчас, и, ну... Нету ни одной в мире профессии, где не было бы заебов. Даже если ты чиновник и хочешь спиздить, без заебов не получится. Блядь, это да. Надо понимать. Ну то есть, блядь, везде. Везде есть, ну, минусы. Просто пробили! Мне кажется, они 100%. Разве это броня? Пукни, если кто-то говорит, что это легко делать, ну. Блять, но то, что ты дома сидишь, там работаешь на себя, это самое такое по кайфу, если честно. Типа, ну, типа, почему? Потому что у тебя все-таки как бы ты сам на себе завязан. Вот в чем самая фишка.
даже если сложно, даже если как-то там напряжно моментами прям или еще какие-то нюансы есть по-любому, они есть всегда в любом случае. Но это... К стрельбе готовы! Тебе надо поработать, ты встал, ты знаешь, что тебе надо работать. Все, ты пошел, делаешь, сидишь, занимаешься этой темой. Да у елки-палки. Пробить не могу, ёптую. Сука, с 3 метров попасть не могу. Ко мне это не относится, я не знаю, может, у кому-то так, у кого-то и так, ну, блядь. Ну, да, видишь. Ой. Ой-ой-ой. Ну, просто я не знаю. Честно сказать... У тебя в лючок залетало. Ага, видел, да, блядь. Вообще прям не хочет. При полном сведении, кстати. 3800, блядь, только кинул. И то это просто пизжу, потому что катаюсь по карте. Я даже не понимаю, что я делаю. Просто сижу, разговариваю, блядь, и все. Я знаю эту хуйню, да, да. Еще и тата как-то нормально. У меня бывает, блядь, вчера, по-моему, такая тема была. Я сижу на 49-ке, ебать, все, зацелил, понял? Стою на фугаснице, готов стрелять. Какую-то ЛТ-ху я там ждал или еще. Стою, понял? Ну, 30 секунд стою, я не знаю. Стою, жду. В Телеграме, понял, приходит сообщение, ну, на другом мониторе. Всплывает сообщение, я туда взгляд автоматически кидаю. Ну, понял, да, если что-то всплывает, там, ну, там да, туда да. Взгляд кидаю. Эта хуйня, блядь, светится и уезжает. Я там, блядь, такой, понял. Я реально минуту в одну точку втыкал, на секундочку смс-ка пришла. Есть такая тема, да. Тоже вот так стоишь, ты знаешь, что он сейчас выйдет по-любому, он будет переезжать, позицию менять или еще что-то. И ты стоишь, ждешь, потом только прицел в бок или еще что-то только отвел там, потому что, ну, просто думаешь, посмотрю, что он там или как там. И он выезжает, блядь. А там просто реально миллиметр. Боты играют в эту игру, я тебе говорю, тут боты, половина ботов. Тут половина людям взвод кинуть. Вот прям сейчас посмотри, сколько там можно человеком взвод. Половина, если наберется, и то хорошо. Я, кстати, об этом думал вчера, я типа говорил, мы вчера играли, да, с Вованом, с пацаном. Я ему говорю, слушай, Ван, мне кажется, вот это вот там, кто с нулем сливается, 5-6 танков, 0, просто тупо сухой 0. Типа, я говорю, мне кажется, это все-таки боты играют. Ну как так, просто вот там серьезная техника, там туда-сюда, и челики умудряются с нулем скатать, как? Заряжено! Ну и, короче, суть в этом, там, что я такой думаю, да. Возможно, как-то это всю тему настраивает сама игра. Да тут настраивать нечего. Здесь у тебя в меню ты сам. Ты проходил топографию? Да, да. Ну, как по тебе боты там стреляли? Нормально? Ну, если их обманывать, да. Если их... Да, конечно, если их обманывать, то они, конечно, мажут. Если их не обманывать, то они нормально попадают. Хорошо, хорошо. И, конечно, попадают. И так и здесь, блядь. Закидывают половину ботов в игру. Да потому что онлайна нету этой игры, но она никому не нужна по факту. Она уже не пиарится. Ты видишь какие-то, например, по телеку раньше, помнишь, и рекламы были этой, да, игры. И она популярная, ну, была, прям хайповая. Она сколько лет, о ней вообще ничего не слышно. В нее играют только ебни. Старые, скажем, там, люди, кто остался еще, ну, реально, тех еще времен, кто играл в нее. Ну, реально, и по факту, да, с так. С каждым разом, вот сколько человек даже на стримчанский заходит, они говорят, я удалил. Ну, да, они могут потом они опять скачать и играть, но это нас. Именно это и есть. Только вот такие игроки и остаются. Все, новых тут нет. Да. Да, потому что, как правило, большинство даже людей, они... Вон экшен какой-нибудь качают, стрелялку. Конечно, игровая индустрия, насколько она сейчас развита, насколько легко там, покупать игры, играть и на компьютере, и на консолях. Просто и где среди всех, не знаю, шедевров игровых, где, блядь, наша игра? Она нигде. Да. Вот она заставляет живых игроков заходить на сайт, задачу, аптечку в ебало получить. Да. 10 тысяч боев. И все. Кто-то нас палит! И рисуют онлайн, блядь. Тебя посмотри, там сколько? 1200 игроков. Так, блядь, какие 200 тысяч? Там играют в эту игру 5 человек, блядь. Да 200 тысяч, если было бы онлайн, это бы было сильно жестко.
Реально. По факту было бы жестко. Типа для серваков даже. Ну как я промазал по тебе, чепуха. Орудие заряжено! Помойка, блядь. Сука, 183 стоит там. Ходовую попали. А нет. Сибаса сделал. О, да. Да я ж не помню, из-за чего я даже в танки заново начал играть. То ли ты, то ли кто-то мне говорит, давай в танки, блядь, как-то я думаю, ну ладно, скучаю. О, не-не-не-не-не, я такого не мог сказать. Я охраняю людей от этой игры. Я говорю, что не нужно, не нужно. Хотите жить, не играйте в это. Либо колёк, ну пацан. Хотите жить, лучше курите, бухайте, я не знаю, но не играйте в это, пожалуйста. Я каждый раз это говорю. Видно, у кого видно. Ты хочешь сойти с ума и быть одиноким всю жизнь, играть там. Вот, вот. Давай, давай. Этой игры. Если ты хочешь стать хотя бы на 10% человеком, даже не думай. Да. Судя по всему, да. По поводу этого. А, и во-первых, знаешь, от чего у меня вообще? Потому что самим разом. Самое больше меня напрягает это. Не всякие там арта, там тебя пизди, там днища и прочее. Вообще все равно. Самое главное, что разрабы ничего не делают в этой игре. Ничего. Ну да, только танки добавляют, блядь, какие-то. Я не знаю, я не знаю, что игры, где разрабом было бы настолько. Защитите противники! Гусля как новые, бе готовы! Жахнули от души! Там вон, я увидел, что в Fortnite там мутят, я попутал вообще. Мне вообще эта игра не нравится, Fortnite. Ну, вот, да, 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 да. Хотя бы из-за того, что она мультяшная. Но я посмотрел, сколько у них кооперативов разных с этими... Да слушай, да далеко не надо ходить. Сейчас перебью, пока вспомнил мысль. Ты видел, что PUBG собирается делать? Они собираются полностью перебалансировать оружие, полностью переделать там всякие моменты, короче, будут полностью игрой, ну, заново начинать, заниматься, там, какие-то вещи добавлять. Всякую хрень будут переделывать, понимаешь? Чтобы людям, ну, по кайфу было играть. PUBG, блядь, который вообще, в принципе, все там говорят, а это помойка, да, это там говно. Ну, типа, да, это первая из Battle Royale, дальше да. Там есть лучшие, там все дела. Да. Разве это броня? Пуха, ну, а правда, ты такого не можешь? Это просто... Я понимаю, что это бизнес просто для денег. Это хорошо, да, молодцы, красавы. Они рубят миллиарды на 5 человеках, как мы. Да. Но я сам задонатил столько в эту игру, что я не знаю, сейчас реально минимум 2 новых айфона можно купить, если и то столько денег не будет, сколько я в эту игру влил. Но, блядь, какое-то человеческое отношение к игрокам должно быть. Мне кажется, в каждой игре должно быть. Это, ну, а как нет? Но тут нет. Да. Да тут половина еще и играют с такими модами, которые, блядь... Ну, реально, в запрещенках висят. И да нет, тут в этой шляпной игре, какие бы ты моды ни установил, они тебе не помогут. Ну, просто не помогут. Особенно тут 99% тут лютых днищ. Лютых. Что им не поставь, они ничего не смогут делать. Да ты помнишь, кто меня прикалывал, когда Димон, вроде Остап, меня прикалывал, когда он к белому пришел, вот там модов. Да. Да, это факт, лазеры, это факт. Говорит, ебать, когда, да. Говорит, ничего не понятно вообще, что происходит. Ну есть же лазерные указки, типа, бах, если чел на тебя свелся, типа, ну просто повернул в твою сторону. Да, это там вижу, такой лазер через всю карту бьет, там еще что-то там, указатели, всякая дичь. Вот это даже светофор, он по факту, это немножко читерская тема, на самом деле. Почему? Да потому что, допустим, когда я привык, ну, к нему, я как-то сейчас не сильно обращаю на него внимание, но когда обращаю,
типа на него взгляд свой перевожу и желтым загорается, то я сразу на миникарту глазами навожусь, смотрю, ага, там танк подгорелся ярко-красным. Значит, он в простреле. Я херак туда перевожу пушку сразу. То есть вообще насрать. То есть, понимаешь, вот так вот, насколько этот мод помогает. Светофор этот. То есть не просто там якобы, да, там где-то ты. Как тебе сказать, вблизи это. Это просто на всю, через всю карту, блядь, может произойти. Ну, по сути, ну, я, например, видишь, я без светофора знаю, кто где светится и кто где даже засветится через 3 секунды. Но, блядь, у меня 100 тысяч боев почти, ёпта. Ну да. Тут а да. Тут все мои знания карты и прочее, типа, одним светофорчиком решается. Пущаюсь, гусляй мучается, а мы пока да? Не зарядимся. Мазафака! Ёхарно дрын, мы со свете, парни! Всем быстро сделать укладку! Бою укладку починить! Да я счет даже не видел. Кто там был? Ну, около танка справа пуканчик извергается, не видел? А, видел, я думаю, что... Да, это там манус целый, а не пуканчик. Чисто, блядь. А ну сище. Бля, я в КДМ. Может, сейчас бат подсветит. Наверное, либо уедет в ангар. В одной из них. Заряжена! А, эта гнида уехала. Тяжиком помогать. Да. Что-то эта имба не играет с 122. Имба танк. Какой имба танк? Который на аукционе на да. Был или как он? Да, да, да. Ебать, это не знаю, отстойнее я ничего не видел. Манай, как людей на бабки кинули. Меня на 19 тысяч бон кинули. Да, я жестко. Прям в этот день зашел в танк, и на нем надпись в ангаре «Привёх, как и больно» написано. Не, да. Нажать ОК, одна кнопка огромная, понял? Нельзя. Отмену нельзя, да. Ничего не работает, понял? Alt F4 жму, не работает. Пришлось ОК нажимать. Подтверждать, что я лох. Да. Ты, кстати, я не вижу там, чтобы в ангаре много ее было. Вот этой. Заряжена! Ну, бывает попадаются, но не так, как часто оно-то. Кстати, какой-то там танк будет опять. В этот сборочном цеху. Что-то новенькое. Готовят. В мае вроде бы будет. Блять, в идеале поехать бы на центр. Ага. Что до этого было? ТСТ, да, был? ТСТ, да. Ну, ТСТ я не зря забрал. Я... Не зря? Да. Нормально. Классный аппарат, я да. Бой на нем еще не скатал. Да, это еще классный аппарат. Реально, стоящий. Я думал, шляпа какая-нибудь будет, блядь. А до этого был, по-моему, огнемет. Вот огнемет я просрал, блядь, тупо. Знал бы, что на нем можно нагибать, так взял бы его, купил. Он больше токсичный, чем погибающий. Готовы пульнуть? Ты что, серьезно, блядь? Срочно за камень или в кусты! Блядь, вот это ЕБР меня так напрягает, это помойка, блядь, а не ЛТ.
10 секунд даю вам починить. Конченые, блядь. Иначе сами танк толкать будете. Гусеницу вы скрутили. Я тяжелее стал. Бесит, блядь. Если чел умеет хорошо играть на ебрике, то это писец. Такая проблема для тебя будет. Не просто писец. Я, кстати, не умею на нем играть. Я на нем врезаюсь и меня убивают. Так что я хороший ЕБР. К стрельбе готов! Я выкачал одного этого мантикора, все, я довольный, блядь. Мне нравится, блядь. Катается маленькая говняшка со шприцом, блядь. Вместо пушки. А ты не видел у меня бой на ней? Парни, наверное, смотрел. Я не скидывал. Не, наверное, смотрел. Я сам, да, заходил, смотрел. Блять, да охеренная парада, я не знаю, что ною там, типа. И говорят, типа, блин, мантикор говно, типа, там прям вообще отстой. Да не знаю, прикольно. Ну, он, как минимум, он прикольно выглядит, мне нравится. Да я не знаю, я ни одного человека не видел, что кто-то говорил, что мантикора говно. Ну как, я есть, вообще, я знаю таких. Это я вообще. Потому что мантикора это самый бесполезный танк, это факт. То, что он фановый, да. Ну, а-ля Прохоровка и все. Ну, да. Как бы я на ней там и отметки там взял, и все дела. Но... Не, ну для света, да, типа, как бы. Ну, блин, мне больше он нравится из-за дамага. Там плюешь хорошо. Ну, вроде пушка такая приятная в плане точности. Хотя там на ебрике просто... вообще типы, блядь, на ходу раздают. Просто когда он у тебя фул заряженный, у меня же там все и боновое, там и экипаж у меня там жесткий, ну, у меня там все на максимум, ну как бы играть я умею на ней. Но ты приезжаешь в куст, стоишь, тебя пересвечивает бачат, который не светится. У меня знаешь, сколько моментов таких было? Бачат или да. И ты такой, а. У меня да, сразу складывается да. впечатление на плюс-минус 50% вообще к маскировке и ко всему просто ботом, блядь. Отлично! К стрельбе готовы, Харнадрин! Мы в засвете, парни! Пробили, попали! Мы огонь разрешаем! Ретируемся! Готовили хэт-трик! Да ну на. Стоял просто не светился, я его рот топтал. И он не, блять, как это вообще происходит? Я выезжаю, выкатываюсь, я не свечусь, блять, я не понимаю. Начинаю ехать, засветился. Может у него инвалида было что-то повреждено? Что он меня не мог засветить с такого расстояния. СУ 122 1956 будет. ПТ-шка будет. Походу дела. В сборочном цеху.
Будет аналог Су-122, который, блядь, на акционе был. Я просто думал, у этой сушки, которая на аукционе, там ее в ЛД типа расхваливали, там правила трех калибров, все дела, но я сыграл на ней боев 20. Понял, но что там это не работает, да? Да, она по броне, ну реально какая-то гриль, я не знаю. Я еще в сравнении играл на СТРВ 103Б, и причем мне не нравится СТРВ 103Б, но я на ней играл специально, чтобы сравнить. Сушкой, но она настолько лучше, это даже не представить. Она вытанковывает настолько больше, чем эта сушка. Это, ну, там небо и земля, типа. Блять, нахер тогда выкатывали ее? Еще и за такие бабки. Ну, чисто, чтобы высосать то, что было на игра, на выбиван, на, точнее, набили на Новый год, да, и тому подобное. Чтобы высосать из игроков это все дело. Мне всегда есть что показать. Бессмысленно тут стоять, валим отсюда. Спать хочется. Конечно, поможем. Хотя же ком помочь, что-то бред, и то, что тут стою, я не накидаю ничего. Позицию попробую, конечно, поменять, хотя бы М60 доставать, чтобы. Заряжена. На, по колесу, получи, блядь, оболочка собаки. Есть, голубчик, первые готовы. И пробили, и повредили, ну классно же. Ай-яй-яй-яй, не зашел снаряд. Не полетел туда, куда надо. Стрельбе готовы! Сынки,
Ну, вы готовы пульнуть? Какой конченый ЛТ, боже мой, ебер, какой ты ублюдок, а, собакин сын. Я, короче, я пошел пока фыкашить. Давай, я сейчас спать пойду, тоже, тоже скоро. Уже дыхать. Эх. Заряжена! 268. Давай, пока на связи. Там, да, хорошо, давай, давай. Давай, спокойной ночи. Спокойной ночи. Гриль, блядь, выехал. Ага. Ну хотя бы плюс в отметочку ушел. Что это у нас тут такое? Все, пизда, даст бог, завтра выходной. Ебать, как я приеду, все, вот это нахуй сделаю, там вещи вот эти, ебать. Не знаю как. Вот. Как полетим кататься, нахуй, на двух Днепрах. Ебать его в рот. Так, я уже каску себе на Авито присмотрел, вот эту вот немецкую. Я по голосу слышу, какой ты счастливый, бля. Я памятник себе воздвиг, нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет, и тленья убежит. И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один.
Ладно, пойдем спать. Сегодня статк хороший, в принципе. Да. И процент побед, и все остальное, ладно. Пойдем отдыхать.